В Саратове орудуют мошенники, обманом вымогающие деньги у пожилых граждан. Речь идет о десятках тысяч рублей. По информации регионального управления МВД, мошенники подкупали людей тем, что называли некоторые подробности их личной жизни. В качестве жертв обманщики, как правило, выбирают людей преклонного возраста, которые легко поддаются панике. Я болела, я лежала, и мне тут резкий звонок. Я подхожу к телефону, и прям мне, как показалось, похож на голос сын. Мама, я сбил мужика, 39 лет, насмерть. Я говорю, давайте я возьму такси, подъеду. Нет, вы не беспокойтесь, мы сейчас сами с вами, хотя бы половину суммы наберите. А какую сумму вы просили? 100. Я вышла погулять с собачкой, навстречу шел незнакомый мужчина. Так легко обнял меня и сказал, что я вашему сыну должен 12 тысяч рублей. Но у меня 15 тысяч, мне нужно с вас взять сдачу 3 тысячи рублей. Я открыла свою дверь, он вошел за мной, я достала пакет, достала оттуда 3 тысячи, и он попросил воды. Я пошла наливать воду, он этим моментом, значит, использовался, схватил этот пакет, убежал. Я тут же выбежала за ним следом, но этот же след простыл. В полиции считают, что главной ошибкой обманутых женщин было то, что они не связались с родственниками, с которыми якобы и случилось несчастье. Если же мошенник представляется сотрудником полиции или занимающим пост во власти, правоохранители советуют обязательно позвонить в указанные структуры и уточнить данные.